Всем привет! Сегодня нам позвонили, что авария там на станции Бирюлево-Товарная произошла. На станции Бирюлево-Товарная с рельсов сошли 6 грузовых вагонов с цементом. Мы подгонку не сняли, потому что страшный дождь, ливень прям сильный-сильный. У нас все мокрое, у меня вот носки мокрые. И вот мы успели снять, что смогли. Вот, смотрите. Нет, из-за решетки не видно. Отдай мне телефон. На товарке сошел с рельс. И поезд. Это тут электрички не останавливаются. Этот поезд сошел еще в обед. В обед его до сих пор не убрали. Вот. Вот там. Ну, вагон не видно, который валяется. Давайте вот отсюда. Так. Вон он. Я вижу 3 вагона. Ой, тут капли приходится протирать. Извините, пожалуйста, что тут мы будем иногда протирать. Камеру не видно этот вагон, но вон, видите, он упал. Вон, правда, не видно, но ничего страшного. На этой станции, на Бирюлево-Товарной. Ну, если там, он куда-то вообще въехал. Да. Не, даже в столб, смотрите. Не останавливаются электрички. И только на Бирюлево-Пассажирской. Тут как раз вот, когда мы начали снимать только сейчас, протрука, тут как раз проехала вот эта, D4M0429. А это как раз она там не останавливалась. Да, авария прям сильная, еще и столб сбили. Да, интересно, как электрички могут проезжать, если для электричек питание важно? Все, а столб пойдем, сбили. Пойдем. Да, объявляют, что на товарке не останавливаются поезда, только на пассажирке. И на станции дежурит вот машина пожарная и скорая. Ну, мы сейчас еще новости почитаем, узнаем, что случилось. Кстати, надо, Макс, нам было заранее прочитать. Причины сейчас выясняют. Предварительно, как пишут информагентства со ссылкой на экстренные службы, инцидент произошел, когда формировали состав. Новых проходит.